Уважаемые жители города Владивостока, по уточненным данным Тримгидромета, сильный снег начнется в 19 часов сегодняшнего дня, это воскресенье, и продлится до минимум 3 утра понедельника. Поэтому оперативным штабом принято решение о том, чтобы на завтрашний день, первое, по младшим классам школ отменить занятия, по старшим классам школ принять решение о том, чтобы занятия были свободными, свободное посещение. Детские сады, свободное посещение. Наше обращение к работодателям города Владивостока на завтрашний день, на понедельник, принять решение о том, чтобы перевести работников на удаленную работу.